Привет всем, друзья! В данном ролике хочу реализовать одну очень полезную и востребованную вещь для гаража или мастерской. И использовать для этого буду, как обычно, ржавый металлолом с ближайшей металлоприемки, в том числе и эти отслужившие по своему назначению стойки или амортизаторы. Конечно же, в процессе работы нам понадобится еще одна вещица, но обо всем по порядку. Устраивайтесь поудобней, приятного просмотра!
Ну что ж, друзья, самоделка наша полностью готова. Остается ее только протестировать, чем мы сейчас и займемся. Комментировать много не буду. Думаю, на деле все будет и так понятно. Друзья, как видите, устройство вполне себе функционально, с поставленными задачами справляется на 100%. Думаю, для моей мастерской этого будет предостаточно. Замечу также один из плюсов этого пресса, это его компактность и мобильность. Его можно без проблем поднять и переместить при необходимости в любое нужное место, или даже погрузить в машину, и для этого вам не понадобится звать кого-то на помощь. Лично я очень впечатлен данной самоделкой. Надеюсь, и вам понравится. Всем спасибо за просмотр. Буду рад выслушать ваши пожелания и ваше мнение по данной самоделке в комментариях. Всем пока, до новых встреч!